Вот когда мы соединяемся в десятке, о чем нам просить в первую очередь вот в этом контексте? Просить знать, как правильно объединиться, для того, чтобы стать кли для раскрытия Творца, чтобы таким образом его насладить. Просить. И тогда то самое обращение к Творцу должно выстроить вам кли. Каким образом вы объединяетесь? О чем вы думаете? Все это должно быть как мы. Тогда мы должны стать как один. Кли отдачи. Если не будете как один, это не будет кли отдачи, то как мы это делаем? И тогда мы обращаемся к Нему, чтобы Он нам помог это сделать. Понять, что значит быть один. Что мы должны соединить друг с другом для того, чтобы соединиться. Что делать? С желаниями получать, с мыслями. Что происходит здесь? Вот все это мы поднимаем в молитве. И все это в виде диалога с Творцом. Желательно, чтобы это не было молитвой, как... Когда говорят и не получают ответ, мы ожидаем ответ, мы хотим почувствовать ответ. И если мы на самом деле приходим к состоянию, когда мы говорим из точки связи между нами, то мы тоже должны в ту же точку почувствовать ответ от Творца. Потому что у нас будет, по крайней мере, место, где мы можем воодушевиться, впечатлиться его реакцией.